Доброе утро, милые взрослые и дорогие наши дети! Сегодня мы с вами будем заниматься пальчиковой гимнастикой, но не просто заниматься, мы будем сегодня играть в футбол. Ну что, Влад, ты готов? Да. Для разминочки тебе мяч и мне мяч. Начинаем разминать пальчики. Смотри, я разминаю и сильно нажимаю, и ты тоже сильно нажимай. Молодец! А теперь мы положим на ладошечку и прокатим немного наш мячик. Молодец, отлично. А попробуем еще его так. Замечательно, ты у меня просто настоящий футболист. Вот так вот мы размяли наши пальчики, а теперь у нас будет настоящий матч. Но у нас команда будет, команда мальчиков-зайчиков. Превращайся, Влад, превращайся в зайчика. Отлично! А теперь мы сделаем настоящие футбольные мячи. Для этого мы берем ватные диски и обычный бумажный скотч. Итак, ленточка тебе. Мы ее к нашему комочку ватного диска прикладываем. Смотри, я буду вместе с тобой делать еще один запасной мяч, а то вдруг у нас с тобой один улетит. Обкручиваем наш ватный диск. И получается у нас мячик. Если даже где-то выглядывает ватный диск, это вовсе не страшно. Итак, смотри, Влад, а будет быстрее, если ты просто покатаешь в ладошках. Покатали, 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 и наш ватный диск превратился в футбольный мяч. Покажи, что у тебя получилось. У меня вот так. О, здорово! Давай ты его еще пожмешь посильнее пальчиками, вот ладошечками. Отлично! Получилось? Почти. Почти. Выбирай любой мячик, который будет лучше кататься. Нет. Хорошо, а этот будет тогда запасным, договорились? Итак, наши мальчики-зайчики встают на ворота, а ты у нас будешь бить пенальти. Ты умеешь это делать? Ногами. А, да. Но сейчас мы ногами бить ничего не будем. Мы с тобой играем на этом футбольном поле. Посмотри, ты будешь пальчиками своей рабочей руки. У тебя рабочая рука какая? Это. Правая. Правая. Значит, ты правой рукой, правой, вот правильно, все верно, правой рукой будешь вести мяч. Попробуй сначала. Итак, сильно не бей, а то мяч улетит, будет вне игры. Смотри, как футболист бежит, потом ножкой ударяет. Опять футболист бежит, ножкой ударяет. Не просто двигай рукой. У нас с тобой пальчиковая гимнастика, поэтому у нас с тобой правая рука – это наши ножки. Итак, веди мяч к моей ладошке. Здорово! Ну, а теперь… Уху! Влад, забей нам гол! Начинаем! Ты можешь даже немножко развернуться, как тебе будет удобнее. Так, ворота у нас с тобой, ты понял где? Но бить ты начинаешь от середины поля. Только постарайся не сильно, а то мяч улетит. Итак, ведешь мяч, пальчики работают, работают, работают пальчики. Не ладошки, пальчики работают, работают. Бей! Молодец, но ты слишком близко к воротам подошел. Итак, это был тренировочный удар. А теперь от середины поля будешь. Ой, какой хитрый. Ты должен вести его. Ты можешь даже привстать. Привстань, если тебе удобнее. Привстань, привстань со стула. Так, чтобы твоя правая рука работала. Давай. Помни, что ты вот так должен вести. То есть ты не двигаешь мяч, а ты бежишь и ножкой бьешь. Бежишь и ножкой бьешь. Итак. От середины поля удар по мячу. Есть! Молодец! Догоняй быстрее. Итак, здорово. А мы с тобой усложняем работу. Так, ворота-то у нас уменьшаются. Итак, ты готов? Ты готов? Давай, пробуем. Так, 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 молодец. Стоп, 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 стоп. Ты просто двигаешь. А надо пальчиками шагать и бить по мячу. Итак. Молодец, 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 от середины бей, штанга, еще раз. Так, 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 ведущий, нападающий, удар, штанга. А давай попробуем левой нерабочей рукой. А вдруг она лучше будет бить, да?
Так, давай-ка другой рукой пробуем. Не спеши, не торопись, не двигай. Беги, беги, пальчики двигаются. Удар. Недолет. И еще разочек. Пальчики работают, работают, работают пальчики. Забегай, забегай, забегай. Так, близко к воротам мы не подходим. Так, так. Гол! Вот, молодец. Итак, пожми своим соперникам лапу. Итак, ты отлично поработал. Ты у нас молодец? Молодец, отлично. Это интересно, а поэтому легко. Развиваем пальчики, ведь скоро в первый класс, да? Да.